стартовало выдвижение кандидатов в депутаты. Кампания продлится до 15 января 2024. Избираться имеют право официально зарегистрированные в республике политические партии, трудовые коллективы и граждане. На сайте ЦИК Беларуси опубликованы специальная памятка и формы документов, необходимых для баллотирования. Торговые объекты запасли все необходимые товары на праздничный период, сообщает Март. Этот вопрос на особом контроле. Покупателям будет предоставлен большой выбор. Акцент делается на кондитерских изделиях, напитках, ингредиентах для салата оливье, различных копченостях, морепродуктах, икре. В сеть подключили первый энергоблок БелАЭС после планового предупредительного ремонта. Специалисты провели различные работы для безопасного и бесперебойного функционирования. Энергоблок, напомним, введен в эксплуатацию в 2021. С того момента выработано свыше 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Свыше 130 тысяч рублей удалось собрать в Могилевской области во время телемарафона «Согреем детские сердца». Сумма побила прошлогодний рекорд. Деньги пойдут на приобретение необходимых вещей, а также медицинского и реабилитационного оборудования для детей-инвалидов, тяжелобольных и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В Бобруйске запущен чат-бот. В Telegram может написать каждый житель с любым интересующим вопросом, который касается нашего города, и, соответственно, получить оперативный ответ. Чтобы попасть в чат-бот, нужно отсканировать QR-код. Он размещен во всех соцсетях информационного агентства «Бобруйск Медиа». Или перейти по ссылке «Собака», «Фидбэк», «Нижнее подчеркивание», «ГИП», «Нижнее подчеркивание», «Бот».